Друзья, приветствую вас на нашем канале. Сегодня у нас небольшое радостное событие. Первое цветение венериного башмачка. Он был куплен в прошлом году нецветущим. И весь этот год, получается, мы ждали, когда же он нам покажет свою мордашку и вообще какого он цвета. Поэтому сами понимаете, как для нас это интересно, волнительно и радостно увидеть этот первый цветок долгожданный. Он оказался вот таким красавчиком. Мы очень любим орхидеи, у нас много орхидей. Но сами знаете, когда вот покупаешь орхидею нецветущей, то с каким волнением ты ждешь, когда вот она покажет тебе этот свой цвет, сюрприз. Орхидейка — это достаточно, вообще венерин башмачок, достаточно проста в уходе. Ухаживать за ней несложно. Уход у них примерно с фаленопсисом, с орхидеей фаленопсис идентичный. Обе они любят много рассеянного света. Лето наш башмачок провел на улице, на террасе. И ему там очень нравилось, как мне кажется. Потом зимовка у него была достаточно прохладная. В комнате было где-то от 15 до 20 градусов. И вот к концу зимы мы заметили, что он выбросил стрелочку. И еще у него пошел расти вот новый рост. Новая розетка. Вообще эта орхидейка, она цветет на одной розетке, цветет единожды, отцветает, и потом розеточка отмирает. Вот в прошлом году мы купили, получается, вот эта вот розеточка, которая уже отмирает, но питает следующую свою детку розетку. И так у них бесконечно. Одна отмирает розеточка, другая цветет и растит и питает следующую свою детку. Такая интересная орхидейка. Нам она очень нравится, поэтому решила с вами поделиться.